Сегодня у нас 29 июня 2017 года. Вот приехали у нас гости из Канады. Решили прийти к барабашам со своей миссией. Вот. Отец у них дома, а они сюда в гости приехали. Вот тут у барабаша Игоря техника разная стоит. О, Ерема вышел. Ерема встречает всех. Добрый день. Добрый вечер, Ерема. Принимай гостей. А ну тихо. Родители есть? Нету. Хотели пообщаться. А я видел, дядя Игорь сегодня утром. Он косит. Сейчас пора козьбы. А почему Алабай приехал из переулка? Плохо там. Ну, мы, в общем, так просто хотели зайти, повидаться, познакомиться. Мы-то вас видели, а вы-то нас нет. И привезли гостиницу из Канады. Это канадский сироп кленовый. Канада очень гордится тем, что производит кленовый сироп. Спаси Христос. Это из клена, да? Да, из канадского, не из обычного клена. Ну, понятно. А у нас тоже собирают, только сок собирают, кленовый. Кленовый сок? Сок, да, собирают весной. Весной, когда идет сок. Я знаю, березовый, а кленовый. Березовый и кленовый, да, у нас. И тоже пьет его? Да, он тоже такой сладенький, хороший. Да, из канадского клена тоже сначала сок, потом его варят. Ну, понятно. Так что тогда? Че? Пойдем обратно? А когда будут дома родители? Я не знаю, может, мама через полчаса придет. Тоже где-то? Папа поздно вечером. Ну, понятно, вот. Допоздна сейчас работа. Пока погода стоит, все накосят. А покажите, что наштукатурили. Что наштукатурили в прошлом году? Где Егор-то в том году штукатурил? Да, мы там доски... гвозди выдирали. Ну там уже ничего нет, мы все убрали. Не, вон та стенка там, он же ту стенку. А, видно за нас. Вон. Ого, стоит и все. Стоит. Хорошая работа. Ясно. А побелили вы уже, да, Ерема? Нет. Солнце. Сразу? Ну вот у нас такие же кили подобные. Так ты этого не сделал. Алабай, ну, алабай. Красавчик. Поздравляем тебя с окончанием школы, смотрели бы утром по телевизору. Хорошо поешь. Хорошо поешь, правда? Он не только поет, он и ездит на машинах, на тракторах. Ну что, пойдем тогда? Да. Родителей не казалось. Сельская жизнь. Ну, да. Работа. Коровы идут просто там. Пошел коров встречать. Да, встречать пошел он. А как он узнал? А? Как он узнал время? Ну, услышал по времени, да и так услышал, наверное. Стадо, конечно, у нас поубавилось. Игорь некоторых коров убрал. Раньше было 55 коров примерно, в среднем всегда. Угу. Сейчас поменьше стало. Почему?
Почему? Ну, он решил больше уделить время этим полям. Привет. Полям решил больше уделить время. Вон он идет. Работяга. Будешь хозяйством заниматься. Пришли вот навестить родителей, этого никого нет. Все сбежали. Тоже жил в городе, переехал в деревню. Отцу сейчас стал помогать. Да, больше выучился и приехал. Егор говорит, я поеду в Потеряевку жить. Жить? Я, говорит, после школы поеду в Потеряевку жить. Я говорю, потому что там нужно без образования. Выучись сначала, потом выучись. Езжай. Ничего, это лишние 4 года. Рёма, это только вот этот. Егор, только надо это, себя к труду приучать. Тут надо работать, как Игорь, он барабаш, отец у него. Традиции, Егор, знаешь, твоя вторая? Они людей боятся, на один будет ходить. Немножко сюда, наоборот, к дому отходить. О, идут. Насекомые искусали их все. У них тут такой бык был в форе. Здоровый такой. Сейчас уже его нету. Остальные уже все разошлись. Остальные, да, уже по домам разошлись. Вон матушка что-то там тащит, зелень какую-то. Матушка всегда в работе. Любит свое очень дело. Нам огород помогала садить, Роману Малышу помогала огород садить в этом году. Рассказывала она мне сегодня, показывала мне свой огород. Ну и сейчас у них где-то интересная немощь. Не хватает и сил. Говорит, что сил не хватает, но говорит, все равно хочется садить. Да, если у человека талант есть в этом. Может, ей помочь? Не знаю. Помогите, может, и поможете. Или барабаша стоит бочка. Батюшкин дом. Что-то у Жени мальчика случилось с трактором, где разбирает косилку. Добрый вечер! А вон там Игорь как раз он возле Никитиного дома косит. Сейчас. На тракторе. Он сейчас и не остановится. Ну, отрывать, наверное, не будем. Ну да, он сейчас занят. Поэтому каждый час дорого. Да. Слава Христу.